Международный детско-юношеский турнир по футболу проходил на футбольных полях спортивного комплекса «Дагомыс» с 1 по 7 апреля. В возрастной категории 2000 год рождения детская футбольная школа «Дагомыс» завоевала второе место, а команда «Дагомыс-1» стала третьей в категории 2005 год рождения. Также сочинец Шакро Караян, воспитанник футбольной школы «Дагомыс», признан лучшим бомбардиром. Также отличились клубы Москвы, Санкт-Петербурга и Нальчика. Все победители и призеры соревнований получили кубки, медали и ценные призы из рук сына Валентина Бубукина, Александра. За время проведения мемориала в нем приняли участие более 700 команд. Это порядка 10 тысяч участников из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Украины, Узбекистана и Абхазии.